Еее, всем привет, меня зовут Даня Романов. Это мой первый влог. Надеюсь, вы поставите лайки, подпишитесь на мой канал. Но я сегодня не один. Также тут есть Данилка Андратьев. Он тоже, короче, ходит на стрит-дэнс, все занимается. Все, ему все нравится, круто. Давай, скажи пару слов, как будто это интервью. Сейчас, погоди. Итак, стрит-дэнс, это очень эпично. Занимайтесь стрит-дэнсом, подписывайтесь на наш канал, на его канал. Надеюсь, на наш. Если сказать, это наш первый совместный влог. Не просто, что как бы этот влог, он двух людей, он будет на двух каналах. И ссылка будет под видео. И на экране прямо сейчас. Так, что же, да, смотрите, кстати, мы хотим показать вам нашу погодку. У нас, конечно, уже ночь. Вообще, ни хрена не видно, конечно, но... Более что-то... Ну, видно же что-то, правильно? Ну, видно. Дорога. Это деревня, так. Нереально, в нашем городе не такое большое население, всего 500 тысяч, живу я в Чите. И тут... Западный Свердловской. И тут, люди такие деревенские. Тут, конечно, есть всякие Subway, недавно открыли даже Мастер Бургер. Да, в общем, все. Не, что я хотел сказать. Этот влог я выложу примерно... Примерно через 2 дня. И также завтра я тоже буду снимать еще один влог. И его я выложу примерно через 3 дня. Надеюсь, вы дождетесь. Скажи еще пару слов. Ставьте лайки. С вами был Данил Кондратьев и Данил Романов. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока!